Почти 1000 опор линии электропередач обновят энергетики компании МАЭСК на территории Московского региона. Самый большой объем работ запланирован на севере и юге Подмосковья. С чем связаны эти преображения? Ответ у Марии Антоновой. 948 высоковольтных линий электропередач на территории Подмосковья сменят цвет серого на синий. Над их преображением работают только профессиональные промышленные альпинисты. Дмитрий Пеньевский в этой сфере уже 10 лет и свою работу легкой не считает. Сложно, конечно, физически. Но опасности особо нет, потому что мы все время застрахованы. Работаем с альпинистским снаряжением. Однако их работа проходит под высоким напряжением. Линии электропередач не обесточивают, поэтому даже краска, с которой работают альпинисты, специальная. И, как отмечают сами работники, в этом деле главное не торопиться. Поэтому в целях безопасности время на покраску одной опоры нужно немало. Это вам не забор на дачу покрасить. На одну такую опору ЛЭП нужно полдня, а то и целый день. И красят их, конечно, не кисточками, а из пульверизаторов. И стоит отметить, что это еще не самая большая опора. Ее высота 45 метров. А самая максимальная высота опор ЛЭП может достигать 200 метров. Данные работы производятся у нас планово, ежегодно и направлены на повышение срока эксплуатации энергообъектов. Работы выполняются надежными, экологически чистыми лакокрасочными материалами, которые, соответственно, предохраняют металлоконструкции опоры от коррозии. А теперь не только от коррозии, но и для преображения Москвы и области к чемпионату мира по футболу. Эти металлические конструкции будут встречать на подъездных путях и не только гостей и жителей нашего региона. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.